Дорогие мои, сегодня будет необычная медитация, подарок от ангелов тем, кто долгое время идет путем преображения и трансформации и ждет с нетерпением появления нового мира пятой плотности. Медитация «Кристальное тело света». Дорогие мои, войдите в медитативное состояние и представьте себя в окружении ангелов, ваших ангелов. Так как у каждого из вас в это волшебное время квантового перехода их множество. Они повсюду, над вами, за вами, перед вами. Их свет и любовь проникает в ваше сердце, ваше тело, ваше существо. Почувствуйте их присутствие возле себя, внутри себя, в своем сердце. Почувствуйте их безграничную и безусловную любовь к вам. Ощутите их божественный свет. Они смотрят на вас, как на великих всемогущих богов, которыми вы и являетесь. Ангелы бережно укрывают вас необычным энергетическим покрывалом, заботливо окутывают все ваше тело, любуясь вами и радуясь тому, что могут быть подле вас и помогать вам. Энергия этого волшебного покрывала впитывается в ваше тело, в вашу кожу, всасывается вашими порами, проникает внутрь вас и исчезает, заполнив собой ваше тело, ваш сосуд жизни. А теперь призовите божественную, кристальную, преображающую энергию, и пусть она лучом яркого белоснежного света пройдет через все ваше тело, через все чакры, от коронной до корневой, и уйдет в землю. Почувствуйте силу этой преображающей энергии внутри вас. Ощутите внутри себя истинный свет, который заполняет всю вашу оболочку до самых краев. Божественного света в вас уже так много, что внешняя материальная оболочка начинает трескаться и отслаиваться, отпадают куски старой плоти, а сквозь нее уже видно новое тело. Виден свет, исходящий от вас. Старый покров полностью отлетает и уходит. И вы можете увидеть новое кристальное тело. Тело света. Тело пятого измерения. Какое оно у вас? Об этом можете знать только вы. С любовью к вам, Магда и ваши ангелы.